Напоминаю, что у нас проходят всего 4 участника на финальный батл. После того, как кто-то побеждает в этом батле, в этом кругу, нужно подойти к нашей прекрасной девушке Даше, которая является членом организационного комитета, и записать свой никнейм и город, откуда вы приехали. Всем все понятно? Всем участникам ясно, да? Если победили, подходим к Даше. Она объяснит уже схему действий. На танцпол приглашаем номер 1002 и 1005. 1002 и 1005. Вот они. Опасные ребята, хоть и очень молодые. Вы готовы? Первый батл второго круга. Вот так, крутой батл!
Крутой батл, крутой стиль. Действительно, битва стилей, школа на школу. Кто из них окажется в следующем кругу? Мне очень хочется знать. Очень хотелось бы видеть их обоих там, но пройдет только один. И это... 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 Отлично, отлично. На танцпол.